Всем привет! Мы продолжаем. В общем, стоим вот здесь, смотрите, как он улетел. Просто жесть. Это вот просто жесть. Это ж как нужно было так нестись, чтобы улететь. Между прочим, здесь вот на этом промежутке, на этом участке. Так вот будет видно лучше. На этом промежутке очень огромное количество аварий происходит. Да, Наташ? Привет. Я вот подъезжаю к перевалу. Ну, я посчитал, да, там добавился еще ЛМ, 10 этих, даже 13. Ну, потом, да, посмотришь, да. Ты где? А, ты на точке? Ага. Чего? Завтракаешь? Ну, приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну, давай. Чай взял? Взял. Ты вообще... Представляешь, Галя приедет? Давай. Блин, эта камера все равно дрожит. Я не знаю, что с ней делать. Она еще вдобавок ее улежает куда-то. Ну, в общем, вот такой вот участок. Здесь уже пошла такая трасса посерьезней. Серпантины. Не еду быстро, потому что камера просто улетит тогда. Я и так ее держу, бедную. Ну и, ребят, скоро мы подъедем на то место, куда мне нужно. Что-то радио какое-то, шансон что-то играет. О боже мой, какие здесь кочки! Это вот федеральная трасса называется. Ёптите. Федеральная трасса. Да, крутая вещь-то, штука. Это дороги у нас в России. Это очень болезненно. Сейчас еще один поворот, и мы будем на месте. Так, бы припарковаться бы. Как всегда тут нет места, просто нет места. Всегда приезжают такие большегрузные машины, и Сергей Поле уже дорога пошла. Но мы здесь сюда не поедем, мы здесь развернемся.
там нужно подумать, где бы машину поставить, так, чтобы не мешать. Да, там не хочу ставить, блин. Поставил, блядь, машину. Сука, блядь, ненавижу я таких водителей, которые, блядь, ставят раком и никому не поставить, а? Сейчас развернемся. На ту сторону не хочется ставить машину, потому что вообще там нельзя ставить. И там не очень удобно. Приезжают постоянно. Автобусы. Ну вот. Мы приехали. Не знаю, насколько ли вам было видно, в принципе, но думаю, что было нормально. Поэтому я даже немножко подустал, болтая с вами почти целых 28 минут. Но это если два видео разбить. Спасибо вам, подписывайтесь. Это был маленький Сочи или большой? Большой Сочи, да? Ставьте комментарии, спрашивайте, если что. Что-то будет интересно. Что для вас стараемся. Все, пока.